Доброе утро. Сегодня 24 июня. Едем в Пермский край. На одной стороне поселок Черемиска, на другой Медянка. Пермский край. Село Уинское, да? Или поселок. Там рыночек вообще-то большой был. Так живут на Урале. Пермский край. Улица 8 марта. Ну, холодно. Люди даже некоторые в пальто ходят. А это уже конец июня. Да, конец июня, 19 градусов. Здесь дожди видно, лили. Везде лужи страшенные стоят. До сих пор небо он темное. Сейчас местное время без 20:11. Вот он весь поселок, не весь, часть, наверное, да, с высоты, с горы. Большой, да, поселок. Районный центр. Какой резной домик красивый. Поселок Аспа. Везде ремонты мостов. Сколько? Что говоришь? Ремонты дорог. Везде пробки. Дорога ужасная. Мы уже в Башкирии. Башкортостан. Нефть качают. Верхние — это Тышлы, это Башкирия. Живописные места. Эти красоты — это верхние Тытышлы. Тытышлы. Лесополоса из елок. Дальше идет Балтачевский район.
Ты Шлинский закончился. Правильно, Болтачевский район. Ну ты так и сказал. Голубые ели Башкирии. Это районный центр, наверное, я так думаю, Староболтачёва. Болтачевский район. Большой поселок. Поля как на западе, на юге, да. И розы даже, вон, вижу. Ух ты. Здесь климат более теплый, чем вот, взять Пермский край. И растительность другая даже. Люблю Болтач. Еще одна мечеть. Маленькая. Это поселок или село Ново-Кизганово. И магазин Кизганка. Супермаркет. Ага, магазин. Кизганка. Здесь какая-то речка. Мелкая такая. Кизганка закончилась, поселочек там. Здесь кладбище. Не слышно от дороги, шума не было, пыли не летело. Дом от дома на расстоянии вон каком большом. Не то, что у нас. Налепили рядышком, все-все рядом. 6 соток. Вот такие вот должны быть. Частные дома. И от дороги отгорожены. Да, и от дороги далеко, и лесопосадки. Все как надо. Так. А вон смотри, что за домики вот там, что это? Это был поселок Бураево. Этот туман, плохо видно реку эту, но река очень большая. А какая тут река? Красота. Плохо, погода не ясная. Очень красиво. Через мост. Нифига она широкая стала. Дожди так вроде. Я не помню такую узенькую. Помнишь, мы попали с тобой? Угу. Полноводная. Еще дожди шли. Конец июня. Едем на юг. А погода совсем не как на юге. Посмотрите, что тут творится. Дожди. Лужи здоровенные. И холодно. Всего лишь плюс... Сколько там? 14, 13. Да? 13? 12. 12 даже. Ну, в
общем, вот такое вот лето у нас. Ужас какой-то. Денису покажешь. Скажи, набережный к чему учит. А вон он, вот светофор, видишь, следующий. Набережные Челны. Видишь, нам теперь надо съезжать. Вот сюда. Он потерялся наш. Доброе утро. Спали мы сегодня в машине. Под уже дубом. Разложили, да. Под дубом. Вот такой вот здоровенный тут дуб растет. И куча желудей валяется там вот. Сейчас у нас завтрак. Рядом с дальнобойщиками, как Валя хотела. Покажи. А тут еще какое-то растение. Тут еще один дуб и всякие кустарники. И рядом дальнобойщики тоже ночуют. Думали, что там гостиница, а там только кафе и магазин. Ну, в общем, мы спали тут неплохо. Матрас свернули свой. Здесь вот все сиденье раскладывали и спали. Нормально спали. Не хуже, чем в гостинице. Здесь вот рядом трасса уже идет. Ромашковый куст рядом, прям нам за столом. Ой-ой-ой. Кофе, орешки и творог. Чайничек наш. А это умывальник. Ночевали мы недалеко от Чистополя. Это Татария, Татарстан, вернее. Сейчас едем в сторону Ульяновска. Ульяновска. Татарский поселок. Видно, ворота. Поселение Алексеевское. Тут озеро такое большое.